Нет, они вдвоем шли по улице, возле вот той 99-й. И в этот момент прилетел снаряд. Подожди, потому что только пара носилки рядом. А скоро я заберу. Носилки так у кого? Куда я его наносил? Все окна, вся мебель, все это разрушено, и дверь вылетела. В общем. Аккуратно. Скорее всего, голову на бок. На бок, да она разберет. Алексей, это моя линия, работает. Понял. Блять, еще горячий. Михаил.